когда ты выиграешь, стоишь там на пьедестале, на первом месте, играет твой гимн. Вот это самое крутое, наверное. Крикалаяна, 21 год, город Тюмень. Пришла на первую тренировку. Меня сразу же тренер поставил бороться с мальчиком. Я была вообще в шоке, потому что я особо ничего не умею, как бы. Они занимаются уже давно. Он меня там, конечно, размотал вообще, раскидал. И меня мама привела на тренировку, я расплакалась. Она говорит, ну что, ты больше не пойдешь? Я говорю, нет, пойду. После этого я начала заниматься сюда. Наверное, ну как бы он меня обидел, можно так сказать. И вот я хотела набрать форму, чтобы ему отомстить. Ты ему отомстила потом? Конечно, не раз. Ты выкладываешься на полную, работаешь. Так же самое и в других странах твои соперники. Так же самое тренируются, ты не хуже. Так, ну просто как бы иногда люди не верят в себя. И этот тренер как бы доносит, говорит, что ты сможешь победить, ты такая же, как все. Мне нравится тренерская работа. У меня было как-то время, я тренировала маленьких детей, и вот мне нравится тренировать их. В борьбе есть у некоторых наглость такая и насильно, что иногда бывает, там, когда берут захват, ну не очень аккуратно там, или ударят, или что-то такое. Вот такие вот бывают люди. Есть нормальные. Много девочек, кстати, вот таких вот именно наглых, дерзких, которые, как бы, можно сказать, дерутся больше. Ты хочешь их наказать? Конечно, можно их наказать. Не только мальчиков же наказывать.